Компанию по рекорду одновременных игроков Half-Life Steam можно считать успешной. Сначала я бы хотел порекомендовать свои сервера, есть как и по Half-Life, так и по Garry's Mod или Star Wars, а также по другим тематикам. Сообщество Half-Life готовилось побить мировой рекорд в рамках своей компании Remember Freeman. Поклонников серии просили зайти в оригинальную Half-Life хотя бы на полчаса, чтобы побить ее рекорд в 6000 одновременных игроков. Уже за несколько часов до официального начала число игроков Half-Life резко увеличилось до 1200 игроков, а когда прошло время, 18.00 по МСК, онлайн резко взлетел до 12280 человек, так что операцию можно смело считать успешной. После ивента онлайн же упал и составлял 5956 игроков. Хотя поначалу могло показаться, что это способ вернуть внимание Valve к серии, Radiation Hazard объяснил, что идея компании состояла в том, чтобы просто показать миру, что сообщество Half-Life живо и здоровое.